Выставка «Пипаркуджиманья» действует 1 декабря 2022 года, 7 января 2023 года. С 11 утра до 6 вечера это художественная выставка, для которой существует лишь одно условие. Все экспонаты должны быть сделаны из имбирного печенья. Авторами экспозиции выставки являются около 100 эстонских художников, среди которых есть как архитекторы, дизайнеры, керамики, так и мастера изобразительного искусства. Традиционная выставка имбирного печенья – одно из самых популярных событий в рождественском Таллине. Ссылка в описании видео. Выставка «Пипаркуджиманья» действует 1 декабря 2022 года, 7 января 2023 года. С 11 утра до 6 вечера это художественная выставка, для которой существует лишь одно условие. Все экспонаты должны быть сделаны из имбирного печенья. Авторами экспозиции выставки являются около 100 эстонских художников, среди которых есть как архитекторы, дизайнеры, керамики, так и мастера изобразительного искусства. Традиционная выставка имбирного печенья – одно из самых популярных событий в рождественском Таллине. Ссылка в описании видео. Выставка «Пипаркуджиманья» действует 1 декабря 2022 года, 7 января 2023 года. С 11 утра до 6 вечера это художественная выставка, для которой существует лишь одно условие. Все экспонаты должны быть сделаны.